Закончил бакалавриат исторического факультета Уральского федерального, учился здесь с 2015 года, а до этого я еще закончил Сунцурфу, лицей Уральского федерального. То есть с Уральским федеральным меня связывает очень-очень много лет плодотворной учебы, и не только учебы, и научной деятельности, и вообще. Очень рад, что наконец закончил с красным дипломом, и вот вошел в топ-100 лучших. Это на самом деле очень здорово, что мы сегодня попали сюда, потому что ты чувствуешь эту атмосферу, находясь именно здесь, а не смотришь онлайн-трансляцию. Я не знаю, что было ключевым, но, наверное, очень много занималась научной деятельностью и много времени тратила на учебу.